Всем привет, с вами Тимон984, и наконец-то мы дождались. Человек-паук вдали от дома. Первый тизер-трейлер наконец-то вышел, и давайте посмотрим, что к чему. Трейлер начинается с того, как у Питера Паркера и у одноклассников в аэропорту проверяют вещи перед отлетом в Европу, и у Питера в чемодане лежит его костюм. Но контролера не смущает костюм, но зато она находит там банан. Видимо, еду брать с собой нельзя, а костюм Человека-паука, ну пусть. Дальше ребята улетают в Европу. Нед говорит, что в Европе они будут целых 2 недели. Значит, фильм будет происходить в течение 2 недель, я предполагаю. Питер рассказывает, что он собирается завязать с МДЖ и насладиться этой поездкой. Позже Питер с Недом заходит в свою квартиру, и вдруг Неду в шею прилетает дротик. Его выпускает Ник Фьюри. Да, Ник Фьюри в этом фильме тоже есть. Он предлагает Питеру прокатиться и, видимо, дает ему какое-то задание. Мы видим, что у Питера новый костюм. Не тот, что мы видели в «Войне бесконечности». Благодаря этому костюму он может летать. Все-таки враги Человека-паука оказываются элементали. Также в ролике есть Мистерио, и он, как ни странно, помогает Питеру бороться с ними. С этими элементалями. Как говорили уже задолго до ролика. Мистерио использует некую магию, похожую на что-то, типа что было у Доктора Стрэнджа, когда он магию использовал вокруг рук. Для сражения с элементалем воды в ролике. В конце ролика одноклассники Питера обсуждают новости по телевизору. Обсуждают Мистерио, но Флэш считает паука круче, ведь он не знает, что он на самом деле Питер Паркер. И в конце ролика Флэш говорит Питеру. Как дела, неудачник? Это что касается международного трейлера. Также вышел американский трейлер. Тут присутствуют сцены, которых нет в международном. То есть международный во всем мире выходит, а американцы делают свой отдельный. В принципе, он похож, но немножко он дольше идет и другие сцены. Ну, давайте посмотрим. Данный трейлер начинается с летящего Человека-паука. В трейлере есть Хэппи Хоган и тетя Мэй, и, видимо, между ними что-то есть. Также тетя Мэй знает, что Питер — это Человек-паук, и, видимо, спокойно к этому относится. Это видно по ролику. Еще показано, что Питер не хочет брать с собой костюм в начале. Но, похоже, он все-таки его возьмет. Так, ну а теперь к самому сюжету фильма. Продолжение истории о Человеке-пауке, действие которой разворачивается за пределами Нью-Йорка, в городах Европы. Питер Паркер, который пытается быть обычным школьником с обычными интересами, вынужден вновь надеть костюм, чтобы вместе с Мистерио сразиться с монстрами-элементалями. Ролик потрясающий. По ролику понятно, что в «Мститель. Финал» все будет хорошо, и герои вернутся, ведь Питер и Ник Фьюри испарились после щелчка Таноса, а в ролике они присутствуют. Что случилось с Тони Старком, не ясно, но в этом фильме его не будет, и новый костюм Питера, видимо, сделан щитом, ну, либо Ником Фьюри. В целом, я доволен трейлером, трейлер шикарный получился. Я думаю, сам фильм должен быть не менее захватывающим. Теперь остается ждать фильма. Думаю, это будет отличное начало 4-й фазы киновселенной Марвел. Фильм выходит летом 4 июля, и до этого времени, думаю, еще немного появится информации, а пока можно спокойно ждать новые фильмы, а также пересмотреть старые фильмы перед всеми новыми премьерами. Я вот уже начал пересматривать, а вы? С вами был, как всегда, Тимон984. Всем удачи и пока-пока. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик.